его маску все равно не узнать потом. Это они где хранятся-то? Это в молитвенном доме. Вот эти. А, из Воскресенского дома? Созвонится. А, созвонится, да? Вот это третий идет. А что-то говорили, не будет крестного хода? Будет, да? Нет, крестный ход не будет, просто на машине проедут. Там на машине проедут. Пандемии. Ну, то есть по пути будет. Проедет машина со звоном, да? Машина а люди не пойдут? Люди не пойдут. Понятно. Проедет машина по всему городу. И что, прям вот сидите, заходите туда вдвоем, и ты все ну, как... поднимайся вдвоем, конечно, и начинаем звонить. И каждый праздник своя мелодия или... Каждое воскресенье имеет. Одна? Она какое-то название имеет? Никакой-то нет. Ну, она записана нотами или как она записана? Да нет. Просто один раз я в Дивеево слыхал. Ездил в Дивеево. Ага. Жуки сверху, там. Завернете его, посмотрите. Ну так вот более-менее запомнил. Так это надо слух музыкальный иметь, чтобы запомнить. Да такого там. Да. Но у меня что звонит, что так, что это мне без разницы. Лишь бы звон шел. Одного хватит? Одного хватит. Искра божьей погребенной и воскресшей во третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего в Иисую Отца, и паки грядущего со славою судите живых и мертвых, и Божие царствие и Божие Творца. И в Духа Святого Господа Животворящего и живот Отца Исходящего. И же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо проголовшего пророки. Во едино святую соборную и апостольскую церковь. Исповедую в едино крещение. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, Лева Бога, и Отца, и причастие Святого Духа, будет со всеми вами. Дарим им сердца. Это вода-то кипяченая уже, да? Да, это вода заранее прокипяченая. А это как подогреть какой-то, святая. Да, мы так подогреваем. Но она уже освещенная, да? Конечно, освещенная. Ну, не знаю, как святая, а освещенная. Мало чего, что мы уже прокипятили, мы уже как бы на дзёрке. Гарантия. Да, гарантия. Все, мужики, зажигаем. Как ее растапливать-то? Очень просто, легко. Ну-ка. Сверху кидать, да? Зажигай вот этот берест. Сначала кору зажигай, брось горящий и кидай. Давай, зажигай. Вот, маленький, это лучше будет, да? Да. Что делаем? Зачем? Мы отсюда куда-то перенесем. Да, здесь. Да. Что, Оль, коронавирус ни почем нам, да? Да, нам ни почем. А мы помолимся и все будет. А то. Поднимут эту икону, и все желающие пройдут под ней, как это было всегда.
желаем здороваться можно. А я слышал, отец Виктор рассказывал. Здравствуйте. Воду через крышку открываем, да? Открываем крышку. Так, так, так. Ага. Ух ты, кипит уже. Вот вода, ведь она и должна кипеть. Да, туда заливаем воды, ага. Вот по этому уровню. Ага. Закрываем крышку. Ага. Туда газетку еще типа розжига. Ага. Вон ребят там себе листа берет. Ага. Раз и дрова мелко нарублены, сухие дрова. И прям сверху? Да, и сверху их раз как лучинки, они загораются, к ним вот постоянно подкладывают. Понятно. А как вы сказали, под дувалом, что является поддувалом? Поддувало, вот сейчас мне вода кипит, вот я... А, закрыл, чтобы вот, доступ да, меньше был. Да, чтобы доступ воздуха ага. меньше был. А золу, говорите, как выгребать? А здесь вот снизу пробка, клапан. Ага. Я когда заканчивается... Остывает это, когда уже, да? Остывает, я его... Пробку вытащил, да, зола высыпалась. И зола высыпалась. И все. Потом воду выливаем, моем его. Ага. И на храме, и до следующего. Все, здорово, здорово. Просто. Хоть инструктаж получим. Просто. А чтобы тягу увеличить, да? А эта труба увеличит тягу. И одного колена хватает. Как маршрут, отец Виктор? Слава Богу. Хорошо. Почему ГАИ не сопровождал им ГИБДД? Ну а зачем? Мы же зачем? Не пешим ходом шли. Да, так вот. Просто. Нас Матерь Божья сопровождает. Это факт. Как видели, как вы благословляли звонарей, так трогательно. Прям здорово. Без благодати ничего не будет. Сейчас смотрите потом. Сейчас снимемся. Ну, у вас была своя машина. Шкода шла впереди. Там суперводитель сидит, он, так сказать, знает свое дело. Здорово, здорово, прям здорово. Благословен Божий, вот мы его,
сами звонят. Там еще два сказали. Два больших остались, которые неподъемные. А нет, это большой вдвоем несли. Видно, что несли тяжело. Они стояли вот тут, в тубочке. Все. Погрузили все, закончили. Это с Воскресенского молитвенного дома. Я думала, здесь. Хорошо стоите. Луч света прямо так вот падает и через вас.